Я 2 недели писал на Дзен статьи про кота по имени Твикс и намонетизировал немного денег. Теперь я могу купить 10 яиц. Это яйца! Смотрите, это самые настоящие яйца. Теперь я могу приготовить яичницу для своей любимой женщины. Беру экстремистский продукт. Невероятно, но факт, но его еще не запретили в России. Сало, как известно, это растение, которое растет на свинье. И его поэтому можно есть в пост. Но всем пофиг. Беру нерожденного цыпленка и живьем бросаю его на сковородку. Если мясо это убийство, то яичница это аборт. А мне пофиг. Яйца в России сильно подорожали, стоят огромных денег, но их хотя бы еще можно купить за деньги. Но если в России запретят аборты, то, скорее всего, запретят и яйца, и придется за яичницей ехать за границу. Дорогие зрители, рассказываю, какие мужчины мне нравятся и какие не нравятся. Ненавижу мужчин, которые меня ведут в какой-нибудь Бургер Кинг говно, пытаюсь угощать там. Но я очень люблю мужчин, которые меня угощают какой-нибудь экзотической пищей, например, яичницей. Любимая, я тебе покушать принес. А мне пофиг. Мой муж самый лучший. Смотрите и завидуйте. Тут в чате пишут, яичница это аборт. А мне пофиг. Вкусно и пофиг. Мой муж самый лучший, и он всегда может мне приготовить яичницу. И пофиг.